Здравствуйте, с вами Александр, и у меня наконец-то появились пчелы. Привез мне этот улик мой друг Игорь. Он мне уже неоднократно подгоняет всякие вот такие вот интересные штуки. Это были семена павловни, которые я выращивал. В том числе он мне помогал зимой строить солнечный вегетарий. В общем, мой зритель, друг, подписчик. Благодарю Игоря за все. В общем, он посмотрел, как и я, ролик адвоката Егорова про жбан его. Ну и там адвокат Егоров тоже призывал, в общем, к разведению пчел, что это, ну, в принципе, нужно для всех. Такой немножко у него был крик души, просил не считать это пафосом. В общем, у меня это не первый заход по пчелам. Когда-то я делал ловушку для раев, и кондукторы, и рамки. У меня и ролики по этой теме есть, серьезно я загнался. Но так как роя я так и не поймал, здесь у меня вот прям за камерой стояла эта ловушка для раев, и Будлея Давида для нее садил. В общем, тема эта заглохла. Может, я и не сильно так хотел, как бы сильно хотел, купил бы, голову тоже бы не ломал. Но вроде ж хочется тоже без лишних вложений. В общем, Игорь меня в этом плане выручил, за что ему в очередной раз огромная благодарность. Спасибо тебе, Игорь. Он смотрит, передает ему привет. Как видишь, вот твои пчелки хорошо себя чувствуют. Я за ними забочусь, лелею, наблюдаю за ними, очень мне интересно. В общем, сбылась у меня очередная мечта, мечты сбываются. Поначалу пчелок было мало, но потом, скажем, днем их все больше и больше. По идее, наверное, матка там плодит, сеет. Круглосуточно смотрю ролики по этой теме, набираю теории. В общем, уже много чего интересного узнал, но все только начало. В общем, еще одним делом, плюсом прибавилось у нас. Но ничего, это дело очень интересное. Кормовая база-то у меня растет. Но теперь я более, конечно, тщательнее слежу за этим делом. Буду делать сад непрерывного цветения. Сейчас у меня цветут подсолнух, вьюны сзади. Это вон гортензия. Но не буду камеру сейчас ворочать, чтобы не сбивать. Есть у меня ивы и тополя для сбора, в общем, с них они тоже собирают, забыл, что. В общем, все потихонечку есть. Я очень рад этому событию. Надеюсь, у меня успешно перезимуют. И из этого улика вырастет пасека. В принципе, он и у жены крестной занимается. Александр, привет тебе, если вдруг смотришь видео. Мы кушаем его мед, он нас угощает постоянно, каждый год. Ну и все же хочется и свой кушать. Совсем с медом я еще пока не завязал, балуюсь. Лучше мед, чем сахар. В общем, из двух зол выбираем меньше. Пчелкам пока не лазю. Все думаю, может быть, ночью. Да ночью же тревожить неохота. А днем все никак не куплю себе эту защитную сетку на лицо. Все никак не доеду до магазина. Пока вот просто любуюсь. Ну и банку с сиропом поставил. Игорь говорит, нужно прямо вовнутрь пакет положить. Ну, как-нибудь, может быть, ночью сделаю пакет и заложу пакет, чтобы они кушали. Не отвлекали силы. Летают, летают. Я очень рад. Прилетела очередная пчелка. Красота. Минут на 15 сниму и хватит. Будет серия роликов про пчелок. Пока еще меня ни разу не укусили. Да я сильно не боюсь. Когда-то мы с другом даже себе специально на руки делали эти укусы. Типа лечились, профилактику делали. Вылезла. Красавица. Видел за все время наблюдения одну пчелку с такими короткими крылышками, не знаю, клещ не клещ. И вчера еще видел одну пчелку с одним нормальным крылом, а второе было какое-то коротенькое, неполноценное. Не знаю, до этого я смотрел, что вот клещи как раз вот так их немножко и калечат. Надеюсь, грецкий орех, который тоже позади меня, будет отпугивать клеща. Надо мяты сюда принести, пижмы, говорят, обкуривают, обдымливают. Ну, посмотрим. Здесь вот с южной стороны сарайчик прикрывает, а восточная, западная, точнее, да, в общем, солнышко подогревает.
теплую погоду они летают, а когда прохладно, когда вот были дожди, никто ничего не летал. В холодную погоду трудятся только шмели. Они опыляют и собирают нектар. И вот шмеля как раз я видел на гортензии. Маловато пчелок, хочется больше, но я уже рад тому, что уже есть. Ну, как посмотришь ролики, у них прям там тучи летают. Тучи, конечно, может быть, и не очень. Но так, чтобы хотя бы вот не ждать, да, вот очередная вылезла красавица и вниз залезла. По роликам я понял, что даже вот такие вот старые ульи бывают лучше новых. У них своя уже там вентиляция, они рассохшиеся. Пчелы в них лучше приспосабливают себе. Ой, прям сразу втроем прилетели, красота. Одна ушла. Может быть, их засмущал фотоаппарат. Ой, фотоаппарат. Видеокамера. Так, неправильно. Еще у меня выставлен горизонт. Так. По идее, не должно быть вот этих косых диагоналей. А то на подсознание это не очень влияет. Но тут я и так подвозил, подстраиваюсь. В следующий раз исправлюсь. А вот очередная какая-то пчелка. Раненая. А нет, с коротким крылышком. Сниму я все-таки, наверное. Отсюда, чтобы показать ее. Вот такая вот пчелка с коротким крылышком. Не знаю, что с ней случилось. Почему у нее такая судьба? Но, видать, муравьи ее попозже приходят. Если они уже не начали на нее нападать. А там кто узнает, почему она так крутится. Так, выставляем снова нашу камеру. Видно, похуже, наверное, стало. Давайте попробуем на самый вход поставить. На самый-самый вход. Надеюсь, меня за это не покусают. Где у них тут вход? Потому что, когда у них на проходе становишься, они могут за это атаковать. Идет съемка, идет. Подозрительно так пчелка подлетает. Еще одна. Вылезла, осмотрелась и снизу сразу стартанула. Я очень рад очередным вот таким вот домашним животным, которые у нас теперь живут. Вот она вылазит, красавица, умывается. Умылась, осмотрелась и полетела дальше. Пчелка моя трудится. И снизу еще одна. На сироп как-то они сильно внимания не обращают, который вот у меня тут стоит в поилке для цыплят. Надо все-таки, да, во внутренний пакет. Что-то они на выход все собрались. То все заходили, теперь все на выход. Надеюсь, видео сильно нудным не будет. Но тут я просто хотел вот понаблюдать за пчелками. Когда ночью будет скучно, я захочу глянуть на пчелок, я включу себе это видео. И посмотрим, как они у меня днем летали. Так, 9 минут. Ну, еще буквально 5 минуточек и будем закруглять. Так что давайте, пчелки, покажите нам что-нибудь интересное. Видел я тут как-то схватку мухи и пчелы. Муха рядом лазила, пчелу раздражала, она прям такая схватила, что-то чуть подергала, это аж в ужасе улетела. Это не красавец. Втроем прямо на выходе. Это не к обороне тут, меня прогонять собрались с моими съемками.
Типа, нам что-то не нравится. Четверо аж. Ой-ой-ой. Твоя активность вокруг нашего тут входа, парадного подъезда. Полетели, полетели. Кто-то прилетает, кто-то вылетает. Поначалу у них нижний вход даже был более популярным. В общем, они одинаково популярны. Нижний этот проход и верхний сверленный. И верхние не заходят, а вот стартуют с нижнего. Верхний заходить удобно. Хотя и выходят тоже. В общем, наблюдаю, наблюдаю. Они сами всему научат. Ой, что-то вытащила. Нижняя пчелка что-то вытащила и понесла. Понесла, понесла. Они клещали. Интересно, потом на телевизоре будет видно, что она вынесла. Вот я просил что-то интересное. Может быть, они сами могут за себя постоять. И нашли этого клеща. И решили его отнести подальше, выкинуть. Но что-то мелкое она такое вытащила. Убираются пчелки, наводят, значит, там порядок. Мусор вычищают. Может быть, там и мертвая пчелка была. Остатки ее части. Не успела разглядеть, все это очень быстро произошло. В общем, по просьбе, как и просил, они все-таки слегка и удивили. Вон, прям на следующую прилетела. Также привет передаю другу Рамазану. Он тоже с пчелками тренируется. И деревья, и пчелка. В общем, в таком сочетании, я думаю, это будет очень хороший симбиоз. Нам уже не проблема вырастить то, что им кушать. Вот надо теперь освоить только, чтобы пчелкам было прям вообще хорошо-хорошо. Ну и как и Рамазан, мне все-таки хочется тоже максимально природными способами. Да, может быть, сильно пока не обойдется, но я все-таки надеюсь на грецкий орех, на всякие эти пижмы, полыни и прочие народные средства. Хотя, может быть, начинающему, хотя бы просто, чтобы они выжили первое время и не погибли. Но все равно буду смотреть ролики по этой теме. Сейчас смотрю в переводе западные американские ролики, не помню имя, фамилию. Но интересно, там промышленные пасеки, оборудование, теории. Сотовый мед очень заинтересовал, смотрел человека, который там какие-то конкурсы. Один раз так не выиграл, вот он не сказал почему, но в общем, как только он начал представлять свой сотовый мед на эти конкурсы, он стал их бессменным лидером. Так что я думаю, дорастем мы до сотового меда. Потихоньку. Крестный теперь в гости Катин жены приедет, ему всегда будут в гости куда зайти глянуть. Я думаю, коллегам всегда интересно, у кого чего и как. Везде какие-то интересные находочки. Так, что там у нас? Время подходит, будем круглиться. В общем, желаю вам завести такой улик, чтобы у каждого были свои пчелки, чтобы им далеко не надо было летать, опылять. У меня вот сзади за забором, раньше жил сосед, у него пасека была, у меня с опылением проблем не было. А потом он как продал другому соседу дом, у меня стали проблемы с опылением. Цветов много, а плодов мало. И особенно когда вот такие погода, дождливая, холодная. Ну что, шмель, да даже несколько шмелей, разве они облетят такие сады? Конечно же, нужны пчелки. Вот еще одна пчелка что-то вынесла с нижнего прохода.